хулигана, либо скинхеда, там все помнят 2009 год, появилась Бухенвальд Слава, еще охуение, ты знаешь, что идешь на концерт к рэперам, что по определению пидорас, что точно там будут такие же чуханы, как ты, как бы тебя, скорее всего, никто не побьет, это там, это как бы даже не то, что коррозия металла, там, ну и не на циклон Б, не в аграрский хардкор, я просто это... Ты понимаешь, когда что рэп-концерт, это два худых пацана из деревни, а ты вроде в ньюбалансах, в тришках, там, хардбас, вот опять же, на альбоиборах. И, блядь, и реально появился миллион мобов. Просто даже в регионах такого наплыва, там, футбольных хулиганов, банов, антифы, такого вообще никогда не было. Вот в этот ебучий год. Ну, я надеюсь, там, Бог меня прости, да, то, что придумал в какой-то мере вот это все и повлиял. Прославление морей, там, например, субкультурщиками агрессивными. Вот, но впоследствии, да, там появились мы, потом следом появилась там группа, допустим, около РФ, ТВЖ на тот момент что-то затрагивали, контейнер, опять же, да, и так или иначе, постепенно вся вот эта сцена такая нишевая, узкосубкультурная. Начала читать лет про футбол, то есть стало реально дохуя народу, даже бледный. Переобулся и начал петь про фашил. Естественно, блядь, что сделать человек, который два года назад носил чёрку, чёлку и получил пирсинг, получал пизды по пути на мазафак концерт, вот, что от тех людей, чьи образ он на себя напялил, стать рэпером, то есть, ну все, просто другого варианта не было. Все, блядь, появилась куча рэп-групп, в итоге все скатилось в полное уродство и деградацию, там до сих пор все оперируют термином андерграунд, хотя фактически нет никакого андерграунда, есть либо, ну, определяет, да, там, ценность, рынок, то есть твой продукт либо покупают, там, people хавают, приходят, там, либо, блядь, полная хуйня, никому не нужна, и, там, кукарекать, что есть какой-то андерграунд, там, бессмысленно. Потому что, блядь, народ не было, а даже если народ и было, то было идет за, там, основной массой, если ты не еблан, то тебя будут слушать. Но я оказался ебланом в рынок. Да? Меня не слушают, поэтому я вот в общем какую-то лекцию пытаюсь преподавать. Ну и последняя тема у нас на сегодня об одежде CB Company, почему, в общем-то, люди там годов от 16 до 20 стараются сношаться исключительно, блядь, друг с другом по принципу, там, чтобы иметь линзу. Я надеюсь, Владимир, как знаток, там, Новоселова, Протопопова и вообще известный пикапер, сейчас максимально разобьет тему. Но вот пассажиры, особенно ты, пьяница, ёптунты, и так грунта, послушайте, может, ёптунт, ёптунт. Послушайте, сейчас внимательно послушай, сейчас специально будет там реально пикап-курс, бля, братан. Ну, да, может быть, тебе дадут если за сегодня, как бы, я не знаю, не хочу за это ручаться, но я, будь бабой, тебе бы не дал бы. Хотя бы за прическу твою уёбскую. Вот, кстати, да? Вы такие ребята, которые вроде все раскидали, там, латенты, гомосексуализм у Руси. Куда вот, назрел небольшой конфликт, по большому счету, там, даже не конфликт, а шутки, да? Чему сейчас все свелось? Мы сразу там предложили выебать, там, выебаться, вот сразу вокруг жопы разговор повелся. То есть, ну, это реально откровение, подумайте, 99% населения страны мужского латента и гомосексуалисты. Ты в барбершопе стрижешься, расскажи мне. И пиво у тебя крафтовое, смотрю. Вайпер куришь? А, это белорусская, это белорусская, а не вкусная, бля. А так, это, ну, у меня вот такая тема. На самом деле, тема... Да, ну вот, в общем, парни, слушайте внимательно, вот все, пикап курс от Владимира, в принципе, вот это... Да. В общем, тема простая, на самом деле, как дорога в Омске, там, совершенно простая, да. В общем, почему вот одежда дорогая, да, влияет на количество самок, которые с тобой желают теоретически сношаться, да? Бля, молодой человек что-то сделал. Он знает, что прическа не пришла. Сука, мразь, ты что, дури?
смирись, успокойся. Тупой, что ли, ничего. Или плохо, блядь, все точно. Хоть корешна звони, блядь, кого я, бля, убью, бля. Чувак, ты на нож упадешь в туре.